Тем временем отсутствие воды в жилых домах на улице Лебедева-Кумача в Ленинском районе Саратова заставило жителей набирать необходимую жидкость прямо из луж, а также пользуясь утечкой из магистрали теплосетей. Из-за коммунальной аварии водоснабжение в их домах временно прекращено. И саратовцы, вдохновившись девизом «В домах воды нет, на улице есть», отправились добывать полезную влагу из открытых источников. Размещенные в одной из социальных сетей фотографии находчивых жителей вызвали большой резонанс горожан, сообщивших об отключениях воды в других частях областного центра, в частности на 6-й дачной, а также в районе рынка Солнечный. При этом все участники онлайн-дискуссии сошлись в одном: воду с улицы пить не стоит.